ДГТУ открывает таланты. «Фанера» – уникальный социальный проект, благодаря которому каждый может почувствовать себя музыкантом. Чувствуешь какую-то ответственность и даже входишь во вкус, можно сказать. Вот сначала необычно, а потом как-то вот я вот сравниваю. Я ходил, вот мой симфонический оркестр, когда вот это есть дирижер такой Миша Кац, который приезжает, на него смотреть надо. Но вот я вспомнил это, и, значит, вошел во вкус, и мне понравилось. Перед нами необычные музыкальные инструменты, вырезанные из дерева. Квартет артистов. Свободные роли скрипача и дирижера мог примерить любой желающий на себя. И для этого совсем не обязательно учиться в консерватории несколько лет. Достаточно любить музыку. Я чувствую себя настоящим дирижером настоящего большого оркестра. Уже представляю себя на сцене конгресс-холла, как будто я дирижирую огромным оркестром и чувствую единение с музыкой. Проект «Фанера» уже имеет победы и достижения на Всероссийском форуме Таврида. Проект выиграл тендер в размере 100 тысяч рублей на развитие и продвижение. Мы планируем сейчас вырваться за стены Донского государственного технического университета. Хотим попробовать в обычных парках, где гуляют люди, то есть попробовать их привлечь. И, конечно, очень хотелось бы попасть в музыкальные учреждения, в учреждения культуры. То есть, я надеюсь, это будет филармония, то есть, где люди уже, которые к музыке имеют непосредственное отношение, смогут вот в антрактах принимать участие в подобных перформансах. Уметь играть на инструментах – это еще не главное. Важно чувствовать единение с музыкой. Прям хочется податься в дирижеры, пойти записаться на кружок. Алина Звездина, Екатерина Коломиец, Никита Кардо, ДГТУ ТВ.